Шымкенте начался прием заявок на получение жилищных сертификатов на 1 000 000 тенге. Они достанутся 300 горожанам. Такую форму социальной помощи при приобретении квартир по ипотечной или государственной программам жилищного строительства решили применить в Акимате. Деньги можно использовать для покрытия части первоначального взноса. На такую поддержку могут рассчитывать госслужащие, многодетные, неполные и семьи, в которых есть дети с инвалидностью. Как пояснил заместитель руководителя управления жилья Колжан Тулюбаев, в очереди на получение квартир сегодня в Южном мегаполисе стоят 49 тысяч человек. С начала года на жилищные сертификаты уже выделили 200 миллионов тенге. Эти деньги уже распределили. Теперь соцпомощь получат еще 300 семей. Для этого из бюджета дополнительно выделили 300 миллионов тенге.